Доброго утра всех мужчин с праздником. Начинается у нас 23 февраля с подарков, да, Афонь? Да. Такой вот танк бабушка Галя подарила Афоне. Он еще закружается. Закружается, да? С праздником, сынок. Ты мой будущий защитник. Уже одеваемся. Да, Григорий? Это Григорию. Или тебе нарезать колбаски? Нарезать, сделать бутербродики? Батон там лежит. Мне колбасы. И тебе колбасы. Я хочу колбасу. Григорий, ты готов? Ну как сказать? Сейчас все бьет. Гриш, успокойся, пожалуйста. И скажи, я победитель. Да, я терминатор. О-о-о, зима. О-о, папа греет. Да. Аккуратно. Ляна мело. Да. Отъезжаем мы к спорткомплексу «Солнечный». Его даже в такую погоду и не видно, хотя так его сдалека, да, вообще? Снежинка, ледовая арена. С этой стороны. А этот спорткомплекс какой-то... А, вот он. А. Да не тот. А, их два, короче, да? Ух ты! А я и не знала, представляешь? Ну ты молодец. А вот он, да, ну ты. Ну, бегите, да, все, мы пошли. Мы, в общем-то, приехали и даже не опоздали. А наши еще едут на автобусе из-за погоды так долго. Хотя уже сейчас построение. Да, хотя уже сейчас построение. Здесь будем... Так, все, будем сейчас готовиться. Вот здесь вот. Интересно, все пятерки? А тебе через миллион лет. Учитывая, что Родя первый. Поэтому мы с вами на 5-5. Представим, что у вас в руках команды.
Да, по-моему. По боям зовем. Да, по боям. У меня просто такое разногласие. Если богато, то мама. А если боит, папе идите. Да. Обед. Я сюда на все сделал нормально, но здравствуй, надеюсь. Родя, мама, встань и пропусти, Родя. Наш ейский обед. За вот это все я отдала 400 рублей. А за это бесплатно. А еще где-то чай должен быть, да? Как это называется? Рассольник. Рассольник и что-то там. Пюре с где-то еще с чем-то. На ТВ. Кричи уже. Гриша! Ты вперед пошел! Гриша, еще! Давай! Гриша! Вперед, пошел! Еще! Еще! Еще пошел! Гриша! Работай еще! Еще высекай! Еще! Высекай еще! Еще высекай! Давай! Еще! Григорий, давай! Такое! Еще! Еще дави! Гриша! Ну соберись! Не стой, тебе говорю! Гриша, давай! 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 Гриша! Еще работай! Молодец! Еще! Молодец! Не отступай, тебе говорю! Гриша! И пошла! Гриша, давай! 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 Гриша, давай! 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 Было.
хорошо, третье место, все нормально. Там все рыбы драться. Далеко не отпускай, далеко не отпускай. Чуть-чуть не отходи от него. Чем больше ты будешь грузить, тем лучше. Руки держи. Ты не будешь отпустить. Держи. Связку сделал. Все Серегу, да, собираем? Надежда. А чё? Давай, Серёга! Серёжа, бей! Давай, Серый! Серый, давай! Не подпускай, блин! Бей! Серый, второе место, да? Второе место. Его даже обнял. Молодец, Серый. Молодец, второе место? Второе, это тоже хорошо. Да, все, наши все. Теперь можно менять. За третье место награждение проводит руководитель местной районной организации Колебеков Акулаша. За второе место награждение проводит вице-президент Южной региональной федерации Кирсина Кабака, главный судья соревнований Савчук Александр Иванович. Четыре места. За первое место награждение проводит президент Южной региональной федерации Кирсина Кабака, Салков Александр Иванович. Сфотографирую, ребят. Можно я сфотографирую? Спасибо. Построй Максим. За третье место награждается Долгов Григорий. За второе место награждается Малюков Александр. За первое место награждается Панченко Ярослав. Пошли, я тебя сфотографирую. А пошито, слушай. Да, в Москве. Так, покажи. Ну, сказали то, что она международная. Красивая, да? Вот здесь еще цифра 3, да? Ну, с этой стороны красиво. Да? Да, с этой стороны красиво. Динская команда. Все, мы едем домой. Наконец-то.
Влад, пошли. Подойди вперед и поставь ногу перед двумя. Пошли, папа где-то. Вон папа. Ага. Мне больше нравится вот эта сторона. Красивее. Да что ты говоришь? А мне вообще не нравится бронза. Мама. Да опять мне все про не нравится, бронзу. Да? Не, ну что тебе не нравится бронза? Пошли. Такой же этот спорткомплекс в Кореновске. Всем привет! Мы у бабушки, а у дедушка. Ты рад? Смотри, мы твоих убьем. А душа убьешь, коварный план. В общем, я тут греюсь, потому что я так намерзлась, до сих пор чувствую, что мои ноги не могут согреться. Целое сражение. Нет, нет. Кто выигрывает? А мы еще расставляем. Смотрим офицеры. Папа, ты как? Папа выздоравливает, да? Смотри, мы с зениткой снайпер убью твоего вот этого. Что ты хочешь нам? Не надо.